Может быть, одним словом. Но я не хочу вас предупреждать. Я знаю. Понимаете, что многозначительная глупость – это ужасное сочетание. Понимаете? А за этим кто все остальное? Я восхищаюсь терпением президента. Может, вообще в другом обществе, если бы вы сидели, то там лучше всего. Но само по себе. Вы знаете, что меня очень порадовало, честно говоря, как нормальные люди на стране, как не, так сказать, тусовка пропагандная, которая за все хорошее против всего плохого. И уж фраза о том, что если вас арестуют, то ну что ж, наверное, вот это. Все это кукольный театр, к которому относиться всерьез нельзя, на мой взгляд. И я даже не имею повода это осуждать. Ну, это как данность. Поэтому, поверьте, не хочу говорить дурных слов или как-то брать. Вы знаете мою точку зрения, вы знаете меня, и вы, наверное, понимали, что я скажу. Но я не хочу примыкать к тем, кто говорит, что это, так сказать, пятая колонна, это злостные ребята. Я не хочу, это просто неумно. Это просто неумно. Кадыров, конечно, перебрал с точки зрения лексики, но уж кому-кому, а ему-то, наверное, ближе всего представление о том, что такое то, что предлагают.